четвертом туре «Зенит» потерпел и свое первое поражение в чемпионате страны. Сейчас неудачу в Новороссийске объяснить весьма просто. Комбинационной игры в центре поля не получилось. Прессинг не дал результата, а нападающие были на удивление пассивны. Конечно, передернул игру арбитр матча Сергей Мартынов, закрывавший глаза на грубые действия новороссийских футболистов. Да и решающий гол был забит уже в добавленное время после надуманного штрафного, который хозяева исполнили явно не с той точки, где Милан Вешчиц якобы подыграл себе рукой. Тогда, 12 апреля, и завершился первый этап выступления «Зенита» в 12-м чемпионате России. После этой неудачи последуют некоторые орг-выводы и начнутся широкомасштабные эксперименты, венцом которых станет поражение в Элисте. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Только не вот этом последнем моменте, что с рукой и вообще столько штрафной он судил, а у нас ничего. Просто смешно, смешно. Все было понятно. Мне лично все было понятно, что хочет судья.